Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня с вами Дмитрий, и добро пожаловать на мой канал, где мы говорим о гитарах и о рок-н-ролле в частности. Сегодня хочу с вами поговорить о таком интересном стиле под названием кантри. Кантри постоянно сопровождала современную музыку, либо была где-то рядом, либо пересекались, как-то и сильно повлияла на современную музыку. Например, подмешавшись к ритм-блюзу, мы получили такой стиль под названием рокобили. Лично меня подкупает в кантри ее энергия и жизнерадостность. Но гитара выполняет две функции. Аккомпанирующий инструмент, либо солирующий. С аккомпанементом более-менее все понятно, а сольная игра достигла своих высот при развитии эры электрического усиления звука. И когда за дело взялись профессиональные музыканты, мы получили кантри невероятного качества и невероятного умения. Я разделил кантри на несколько видов, которые связаны с развитием во времени. Ну, первый, самый основной, это так называемый блюграсс, народная кантри-музыка, голубая трава. Ну что там, гитара выполняет либо какой-то аккомпанемент, либо пытается подражать такому инструменту, как мандолина или банджо. Вот, пожалуйста, примерчик, посмотрите. Что-то похожее гитара выполняет, имитируя игру банджо. Техника называется банджо-ролл. Далее подвид, так называемый подвид, активная сольная игра. Мастерски играл, исполнял традиционные американские композиции такой музыкант Док Уотсон. Следующий вид называется Трэвис Пикин по имени популяризатора и большого мастера такого исполнения Марла Трэвиса, который исполнял в пальцевом стиле, пародируя гитару, как будто это фортепиано в салоне, играя так называемые регги, регтайм. Великолепными последователями были Чет Эткинс, Марсель Дади. Из современников у нас есть замечательный музыкант Томми Эммануэль. Следующий вид – это кантри-баллады, где гитара у нас грустит и плачет вместе с другими солистами.
и, наконец, современное кантри, где современные профессиональные музыканты-гитаристы достигли невероятных сумасшедших высот, используя все возможные техники в игре. Одним из корифеев был Дэнни Гаттон, современники наши Альберт Ли, Брент Мэнсон, Винс Джилл, Брэд Пейсли. Кантри очень плотно пересекается с рок-н-роллом. Многие фразы можно использовать и в рок-н-ролле, и в рокобилле, и в кантри, и, в общем-то, в любой рок-музыке. Основные отличия кантри, например, от блюза, заключаются в точном исполнении приемов. Например, бенды в блюзе исполняются немножко расхлябанно, более эмоционально. И исполняются от ноты. А в кантри бенды исполняются более точно, должны попадать в нужные ноты, и исполняются до ноты и несут четкую функциональность, они подражают слайд-гитаре. Следующее отличие – это скорость игры. Кантри-музыканты играют огромное количество нот, как будто боятся не успеть. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Но факт остается фактом, и для того, чтобы сыграть насыщенное, полноценное, хорошее кантри-соло, приходится запасаться большим количеством фраз. И подводя итог, скажу, что к изучению кантри нужно подходить обстоятельно. Каждую фразу нужно выдрючивать с метрономом. А с другой стороны, это очень полезно, это повышает качество игры. Так что играйте на здоровье и с удовольствием. Жду от вас пожеланий и комментариев. Хочу вам сказать до скорых встреч и классных гитарных пассажей. Пока!